обожаю весну в ледниковом периоде. Такое буйство красок, все меняется. Да, я ничего не узнаю. Но весна не начинается, пока из яиц не вылупятся малыши. И Пасха не начнется без нашего пасхального пира. Да, и когда вся семья соберется вместе. Это, конечно, здорово, но у меня планы с друзьями. Когда-нибудь у тебя будет своя семья, и тогда ты поймешь, как важно собираться на праздники. Не уверена, что хочу семью. Мэнни, быстро сюда! Твоя дочь несет околесицу! Дорогая, я в своем пещерном кабинете смотрю игру «Орлы против медведей». Помогу, когда вернусь. Честно. Кошмар, где взять силы? Эй! Не ешь это! Это уже до тебя кто-то ел! Простите, мэм. Я видел, что вы к нам недавно мигрировали. Саванна. Значит, вы ничего обо мне не знаете. Саванна. Нет, Рэйчел, нет, худая которая, выплюнь своего брата сейчас же! Что вы там говорили? Знаю, как тяжело приходится семье, где оба родителя охотятся. Только один, мой спутник, сделал крылья. Отлично! Что? То есть, я сочувствую вам. Скажите, кто будет присматривать за вашим яйцом, пока вы будете искать падаль, чтобы накормить своих малышей? Я ваш единственный выбор. Нет, ну сами подумайте, ну что может случиться? Слушай, я торчу на берегу уже 3 месяца, как сухопутная крыса. Я соскучился по морю. Перестань, ты же только что приехал. Побудь еще, у нас классная житуха. Спим целый день, играем всю ночь. Мама убирает за нами наши какашки. Мам, сейчас, я занят. Обожаю ее. Это нора твоя вселенная. И это нормально, ты отстаешь в развитии. Но я пират, люблю свободу. Вокруг тебя мир, который ждет, когда его будут грабить. Сиди и жди, пока повзрослеешь, а я отправляюсь грабить. Хорошо, ладно. Но знаешь, после каждой твоей авантюры ты оказываешься здесь, на дне норы. На этот раз все будет иначе. Я потопал. Тра-та-та, вперед! Что? А? Это они! Они погубили мой корабль только потому, что я пытался их похитить. Ну еще, может быть, утопить. Антипиратские мерзавцы. Я буду мстить. Если идешь гулять, возьми брата. Мам, я не возьму его. Конечно, у меня найдется место для крошки Джессики. Мой девиз. У вас есть яйцо, а значит, у меня есть на чем сидеть. Следующий. Кто вас прислал? Этель. Она сказала, что не видела глаз, внушающих большего доверия. Понимаете, мое яичко — это вся моя жизнь, мое чудо. Ну да, я согласен. Но как же вы... Я усыновил. У Сида под присмотром 10 яиц. Все может пойти всмятку. Получается, будущее целой экосистемы в руках Сида. Хуже. Оно под его попой. Фу! Эй, шлангоносый клыкастый зверюга, помнишь меня? Ушастик? Это оскорбление для нашего рода! Гони корабль, ты мне должен! О чем ты говоришь? Позволь освежить твою память. Так, последний раз ты избил, перехитрил и унизил меня. Так что выходит, ты должен мне новый корабль! Отвали, приятель, я ничего тебе не должен. Что он делает? По-моему, нападает на тебя. Нападает? Лапками сучит скорее. Вы услышите обо мне! Я еще вернусь за своим новым кораблем! Пора спать! Ой, ой-ой-ой, ты такой милый! Спи! Спи! Спинку почесать? О, завтра у вас важный день. Как же вы нормально вылупитесь, если не отдохнете? О, я знаю. Я расскажу вам историю, которую моя мама постоянно рассказывала. Я от нее сразу засыпал. Итак, Салтай-Болтай сидел на стене. А заяц-хитрюга спер их во сне. Первое есть. Вся королевская конница, вся королевская рать. Пришел кролик, хвостиком махнул.
Яйца катание! Да. Завтра я обменяю вас на большой пиратский корабль, и тогда поминай, как звали! Первый розыгрыш – важнейший обряд посвящения для опоссума. Персик станет первой первоапрельской дурочкой в истории. Она будет так рада. Она ее. Мы лучшие дядюшки на свете. Но я же... Я не понимаю. Мы устроили коварнейшую ловушку для нашей племянницы. Мы все сделали как надо. Может, твой клей плохой? У меня отличный клей. Крэш! Что происходит? Эдди! Перестань! Сам перестань! Классно! Спасибо! Это невероятно! Где наши яйца? Может, они в кино пошли? Что он такое несет? Они очень сустрые для продолговатых предметов. Стоит закрыть глаза, как они уже укатились. Вы их потеряли? Мы доверили вам наши яйца. И сказали им, что они могут доверять вам. Вы хоть представляете, через что мне, как отцу-одиночке, пришлось пройти ради усыновления? Чтобы снести яйцо, нужен целый день. Ты когда-нибудь рожал то, что весит полтонны, а? Нет, к сожалению. Природа лишила меня счастья испытать все это. Сейчас ты испытаешь похожие ощущения. Тянем! Ну, давайте. Я это заслужил. Эй! Пожалуйста, отпустите ленивца. Мы найдем ваши яйца и вернем их вам завтра утром. Можете четвертовать его завтра. Но это не обязательно. А можно облить его смолой? Нет. Я потом замучусь пещеру драить. Послушайте, я ценю ваши идеи, но Сид не брал ваши яйца. А кто взял? Эй, смотрите, мы кое-что нашли. Это послание похитителя. Дайте мне завтра корабль или получите омлет. Наши яйца взял пират. Из-за тебя наши беды. Тогда дайте ему корабль. Нельзя идти на поводу у пирата. Он потом не остановится. Стойте! Это пират. Хватайте у его. У него ваши яйца. Нет, я не он, это все мой брат. Он спрятал это в нашей норе. Это карта, как найти яйца. Понимаете, пираты, они любят все прятать, рисовать карты. Я не понимаю этого. Я знаю, чем занимаются пираты. Зачем ты принес это? Мое семейство живет в этой долине 13 поколений. Это почти 4 года. Я хочу поступить правильно. Понимаете, ради семьи мы должны вернуть эти яйца. Заснул, а проснулся без яиц. Мэнни, мы должны помочь им. Сид, это твой шанс все исправить. Спасибо, Элли. Ты умна не по размеру. Мы отправляемся на поиски. Обыщем все дупла, берлоги, норы и особенно кроличьи норы во всей долине. Мы найдем их. Обещаю. А вы не хотите искать по карте? Карта Шмарта. У нас есть SSD. Система слежения Диего. Мой нос и инстинкты не подведут. Только что подвели. Согласно карте, которая нам не нужна, яйцо должно быть прямо... здесь. Место отмечено яйцом. Раскрашивать и прятать яйца? Это бред. Кто этим будет заниматься? Это все равно, что искать снежинку в куче снега. Я нашел еще одно! Так, чуточку левее. Нет, по центру. Так, правее, так. Нет. Так, чуть левее. Чуть ниже. Это шоколад. Должен весить примерно столько же.
оказывается, в форме яйца, то шоколад вкуснее. Да! Они все у нас! Ах, Клинт, ты поднял свою мохнатую попку, чтобы нанести мне предательский укус! Итак, все эти ловушки суперчувствительные. Если сработает одна, тут же сработают все. Как только она подойдет, бабах! Гений! Но зачем ей сюда идти? Это просто. Я оставил ей записку. Эту? Ой! Похоже, нам придется тут поторчать. Мой малыш, мое крохотное чудо! Я не ваше чудо! Поставьте меня на землю! Мы не должны так паниковать! Надо паниковать вот так! Мы никогда больше не увидим наши яйца! Построим для него корабль! Вы переживаете за своих детей, мне это знакомо, но мои ребята всегда держат слово. Смотрите, это они! Какое счастье! Да! Спасибо! Спасибо! Ни льды, ни путь льдов, ни тьма ночная не помешали нам вернуть абсолютно все яйца. Кроме вашего. Моего яйца нет? Но мы нашли все яйца по карте. О, нет. Мое бедное дитя. У него даже не было возможности свести меня с ума. О, почему? Почему? Вы, болваны! Вы правда думали, что я положу все яйца в одну корзину? Вы должны построить корабль до восхода солнца, если вы хотите увидеть свое яйцо! О, нет! До рассвета один час. Мы не успеем. У нас есть час. Еще час! Еще час? То есть у нас два часа? Нет, один, но зато он целиком наш. Несмотря на очередное доказательство того, что мне нельзя заниматься детьми, когда мы действуем вместе, мы способны исправить любую мою ошибку. Сид прав. Мы напортачили. Давайте начнем все заново и сделаем это. О? Я с вами. Чувак, завязывай. Это уже совсем никуда не годится. Я не отдам это яйцо, только за корабль. А как же наш дом? Наша семья? Как же мы? Мы, твои шерсти и кровь. Ты отдал мою карту, о какой верности может идти речь? Мы кролики, понимаешь? Мы пушистые, милые, славные. У нас нос, пуговка и хвостик созданы природой таким, чтобы все пищали от восторга. О-о-о-о-о. А ты умудрился вызвать ненависть к нам всего животного мира за один день! Тебе надо, чтобы тебя все любили! Ты такой, ерунда, я не хочу быть крутым и брутальным. Я спрячусь в норку. Это ты, а вот я. Я круче! Ладно, хорошо, делай по-своему. Они строят корабль. Да? Они строят? Они строят? Я... Если ты думаешь, что я скажу тебе, где яйцо, то ты болван! Яйцо! Поймал его! Мое яйцо! Сид! Не зевай! Дай сюда! Вот теперь...
Лед тает! Отдай мне это яйцо! Чи! Ненавистный хвостик! Братика, он такой милый. Ну, разве ты не самое прекрасное существо, которое я видела? Разве нет? Мое чудо. Мама, смотри. Иди сюда, давай. Персик, ты плачешь? Твоя взяла. Семья – это круто. Возможно, ты даже когда-нибудь станешь бабушкой. Мэнни, быстро сюда! А? Что? Что случилось? Твоя дочь наконец-то поумнела. Ладно, я знаю, ты хочешь быть с друзьями. И знаю, что игра начинается. Иди смотри с Диего. Ни за что. Да, мам. Мы будем вместе отмечать Пасху. Всей семьей. Знаешь, мне понравилось искать яйца. Может, нам стоит красить яйца и искать их каждый год? Слушай-ка, ты клево обращаешься с яйцами. Как тебе такая идея? Пасхальный кролик. Типа как работа? А я должен буду наряжаться? Не, может сходить, все мать родила. Мам, я нашел работу. Какое отношение к Пасхе имеют кролики? Или яйца, или их раскрашивание. Нет, это никогда не приживется. Я закажу себе визитки. Я пасхальный кролик! Идеально. Корабль ужасный. Сразу валит в забор.